Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Учителя физики Юрия Пака могут осудить на 4 года лишения свободы. Судебное разбирательство подходит к концу. Сегодня подсудимый дал свое первое интервью. Более того, под удар поставлена судьба моих детей, в которых папа может числиться человеком, который осужден по 273 статье. Ни в одном государстве не будут разбираться, когда будут заполняться анкетные данные. Честно это было сделано, с нарушениями ли это было сделано. Папа осужден за терроризм. Более 1000 километров в честь 25-летия независимости Казахстана. 74-летний ветеран КНБ Абельтай Шайхов совершает одиночный велопробег из Алматы в Астану. 12 человек пострадали на шахте Абайская в результате взрыва метана. Такова вводная для практических занятий аварийно-спасательных бригад. Учения признаны успешными. Прокурор запросил 4 года лишения свободы для учителя физики Юрия Пака, обвиняемого в лжетерроризме. Материалы уголовного дела едва умещаются в 5 томах. Напомним, предыдущий процесс закончился сенсационным заявлением адвоката подсудимого о том, что криминальный звонок был сделан не с телефона учителя, а с телефона ДЧС Карагандинской области. Подробности далее. Следственного эксперимента не будет. Судья Алия Жошева отклонила ходатайство адвоката, после чего Сергей Ким предложил истребовать детализацию звонков, тех номеров, которые фигурируют в судебном деле. Однако снова получил отказ. Государственный обвинитель предложил допросить представителя ДЧС. Значит, отказались от ходатайства о проведении следственного эксперимента, тоже не видит необходимости сотрудничать с собранием. Сотрудник ДЧС Сергей Мазуров настаивал, что приказ о переключении звонков между экстренными службами все-таки есть. Он распространяется и на внутренний номер 43-22-25, с которого, по версии адвоката, был сделан криминальный звонок. Если те сообщения носят криминальный характер и разрешение этого вопроса входит в компетенцию органов внутренних дел, этот звонок, имеем техническую возможность, переадресовывается путем соединения с оператором ЦОУ УВД города Караганды или непосредственно в ДВД. После выступления спасателя суд приступил к прениям. Зал был полон родственниками и близкими подсудимого. Напряжение росло. Жена Пака не могла сдержать слез. На процесс они пришли, упаковав вещи мужа. В последнем слове учитель просил справедливости. К тому же стало известно, что из-за судебных тяжб мать подсудимого находится в тяжелом состоянии. По словам родственников, врачи констатировали, что ей осталось недолго. Еще не было оглашения суда, решения судьи, приговора, но потому, что сказал прокурор и потому, как себя повел судья, отвергнув все факты, которые могли открыть и разъяснить это дело и показать, все-таки был звонок до конца или нет. Если они не верят словам генерального директора Казахтелекома, если они не верят технике и аппаратуре, просто чтобы судья сама убедилась. У меня ощущение, что судья боится это увидеть, потому что это не входит в план судьи. Адвокат подсудимого выступал около часа. Он использовал все свое красноречие. Однако убедить суд в невиновности своего подзащитного ему не удалось. Прокурор запросила для Юрия Пака 4 года колонии общего режима. Процесс продолжается. Приговор будет оглашен на следующей неделе. Айя Мамрина, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков отчитался перед депутатами. По словам главы региона, наша область находится в золотой середине, а по некоторым направлениям и вовсе на передовых позициях. Например, в обрабатывающей промышленности. Рост объемов производства увеличился на 5,5%. Производительность труда в этом секторе составила более 30 тысяч долларов США. Это самый высокий показатель по стране. Помимо крупных городообразующих предприятий, свой вклад в развитие промышленности области вносят проекты карты поддержки предпринимательства. В текущем году запланирован запуск 10 проектов на сумму более 100 миллиардов тенге. Будут созданы 956 новых рабочих мест. Продолжается работа по реализации проектов на территории СССР.
На сегодняшний день участникам ИСС уже вложено более 17 миллионов тенге инвестиций. Объем произведенной продукции запущенными предприятиями превышает 20 миллиардов тенге, создано более 500 новых рабочих мест. За последнее время привлечены еще 5 новых компаний, которые получили статус резидента СЭС. Сумма инвестиций по этим проектам составит более 98 миллиардов тенге, создание 1400 рабочих мест. Инвестициям в экономику тоже уделяется немало внимания. Один из примеров – два медных завода, которые будут построены на базе месторождения Алмалы в Шетском районе. Объем инвестиций – более 14 миллиардов тенге. Также в скором времени будет модернизирована фабрика конфеты Караганды. В нее будут вложены около 19 миллиардов тенге. Появится 400 новых рабочих мест. Доля местного содержания закупок системы обслуживания предприятий в текущем году составила 230 миллиардов тенге и по сравнению с прошлым годом выросла на 50 миллиардов тенге. Это, на наш взгляд, является большим показателем конкурентоспособности нашего развивающегося отечественного бизнеса. Рассказал аким области и об уборочной кампании. В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет более 1 миллиона гектаров, в том числе зерновые – 730 тысяч гектаров. Уборку зерновых планируется завершить к 1 октября. На особом контроле находится вопрос по эпизодической ситуации. В связи с двумя вспышками сибирской язвы ряд чиновников уже уволены. Депутаты маслихата предложили главе области строить побольше жилых домов и спортивных объектов. Отчет приняли единогласно. Айя Мамрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область на втором месте по объему поставок отечественных стройматериалов на объекты Экспо-2017. Более 20 компаний шахтерской столицы подписали контракты о строительстве объектов Экспо и их обслуживании. Общий доход карагандинских подрядчиков более 9 миллиардов тенге. В областном акимате обсудили ход подготовки к всемирной выставке. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков поручил продумать все до мелочей. Крупные контракты по поставке металлоконструкции, металлопроката, оцинкованной стали, гранита, а также радиаторов отопления, труб, строительных смесей, лакокрасочной продукции и системы пожаротушения уже подписаны. В начале прошлого года сумма поставок товаров для строительства объектов Экспо составляла 4,6 миллиарда тенге. В середине года прошлого была сумма 6,1 миллиарда тенге. И на сегодняшний день, вот на отчетную дату, уже данная сумма увеличилась до 9,1 миллиарда тенге. То есть было заключено более 30 контрактов с 23 предприятиями нашей области. В области разработаны 6 туристических маршрутов с учетом посещения Астаны и выставки Экспо. В зону интересов туроператоров попали музей истории Карлага, Кызыларай и Каркарлинский национальный парк. Сейчас прорабатываются новые маршруты. В программе одного из них – Караганда, угольное сердце Казахстана. По состоянию на первое полугодие текущего года в области насчитывается 219 объектов размещения различных категорий комфортности с единовременной вместимостью 12609 койко-мест, в том числе в городе Караганде 61 объект размещения, в городе Темиртау 21 объект размещения, это без учета апартаментов и хостелов, сдаваемых в аренду. На всемирной выставке ожидают много гостей, поэтому гостиницы Карагандинской области должны быть на подхвате. Перечень отелей региона уже включен в мировую систему онлайн-бронирования booking.com. Отелю «Космонавт» первому в области присвоен знак «Рекомендован Экспо». Также до весны в шахтерской столице и Темиртау будет построено и реконструировано 5 гостиничных комплексов. Планируется ввести в эксплуатацию дополнительно более 250 койко-мест. Управление промышленности, индустриально-инновационного развития продолжит работу по вовлечению отечественных предприятий для обслуживания выставки Экспо-2017, ну и поставка продукции, которую мы производим. Управление сельского хозяйства продолжит работу касательно продовольственного пояса вокруг Астаны, поставка продуктов питания, производимых в области, на рынок города Астаны и в период Экспо-2017.
В Караганде набирают волонтеров, которые будут задействованы в сфере услуг и сервиса. Главный критерий – знание английского языка. Стать волонтерами в основном могут студенты последних курсов по специальностям экскурсовед, переводчик, учитель иностранного языка, повар-кондитер, гид-переводчик. Уже сформирован основной костяк волонтеров – это 150 человек. Это должны быть достижения кандидата в возрасте 18 лет, на момент начала экспо, но не старше 23 лет. Документальное поддержание навыков, это имеет опыт участия в культурно-массовых мероприятиях, знание казахского, русского, английского языков, успешное прохождение тестирования на знание английского языка, наличие медицинской справки о состоянии здоровья, отсутствие судимости и наличие рекомендательного письма с места учебы. По итогам совещания аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков дал поручение продолжить работу с туроператорами по созданию и продвижению местных туристических маршрутов. Также он подчеркнул необходимость рекламирования билетов к экспо, которые пока что продаются через интернет. Айым Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Более 1000 километров на велосипеде намерен проехать 74-летний ветеран КНБ. Его маршрут пролегает от Алматы до Астаны. Свой велопробег Аксакал посвятил 25-летию независимости Казахстана. На выезде в Караганду вместе с советом ветеранов КНБ велосипедиста встретила и наша съемочная группа. За спиной у 74-летнего Абельтая Шайхова около 1000 километров. Однако, несмотря на это, выглядит он бодро и весело. Именно с таким прекрасным настроением Аксакал въехал в Караганду. На КПП Алматинской трассы его встретили представители Совета ветеранов КНБ Карагандинской области, а также активная карагандинская молодежь. Ветеран Комитета национальной безопасности 74-летний Абельтай Шайхов стартовал 21 сентября с Новой площади Алматы. Свой ветеранский велопробег он назвал «От колыбели независимости к столице страны Великой степи», а посвятил акцию 25-летию независимости Республики Казахстан. Абельтай Шайхов заявил, что юбилей – это эпохальное событие, результат сбывшихся чаяний и надежд многих поколений нашего народа. Основная цель – показать, что Комитет национальной безопасности, мы и новые, сейчас новые поколения, все вот такие, как мы, здоровые, сильные, умные, но грамотные. Вот. Второе – это мы выражаем чувство народа. В лице меня провожали Ассамблея народа Казахстана, Коғамдық келісім общество, потом общество «Динамо». Вот. И по дороге мы, мне самым трудным участке, самым трудным участком, это Джамбульский между Ахсиёком и Брунвалтай. 5 полковников разных видов войск мы выражали благодарность и свои чувства выразили силовые структуры. Главе государства, он наш главный командующий. В ветеранском велопробеге лишь один участник, но в дороге он не чувствует себя одиноким. Абельтай Шайхов обеспечен машиной сопровождения, журналистом для фото- и видеосъемки, а также всем необходимым для обеспечения запланированного онлайн-режима освещения велопробега в социальных сетях и СМИ. Кроме того, на разных участках трассы его поддерживают коллеги-ветераны. То, что он делает автопробег, связывает все наши ветеранов всех областей, всех регионов. Вот он приехал, привез кассеты, книги, вот, рассказывает много о них, приветы. Мы как бы передаем эстафету, мы приняли эстафету, значит, от других, передаем дальше Акмолинской области эстафету. Тем самым мы как бы объединяемся и хотим показать, вот это все посвящено 25-летию независимости Казахстана, что вот мы как бывшие сотрудники, как ветераны, на сегодняшний день стараемся быть вместе, поддерживать нашу страну, независимый Казахстан. Обращаясь к карагандинской молодежи, Абельтай Аксакал призвал не бояться трудностей и всегда находить решения. Он пожелал им быть стойкими и мужественными. Маршрут велопробега Алматы-Астана длиной в 1225 километров пролегает через 4 области – Алматинскую, Жамбылскую, Карагандинскую и Акмолинскую. Завершится велопробег в Астане на главной площади столицы. Андрей Тен, Жексел Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
Полицейские 8 стран обсудили в Караганде предстоящую международную конференцию. В гостинице «Космонавт» состоялось заседание исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий «Интерпа». В нем приняли участие первые руководители учебных полицейских заведений Турции, Малайзии, Судана, Саудовской Аравии, Беларуси, Катара, Турецкой Республики, Северного Кипра. Открыл мероприятие первый заместитель министра внутренних дел Марат Зимиуф. Важное значение приобретает проведение ежегодного заседания конференции Ассоциации Интерра, в которых принимает участие 58 полицейских академий из 47 стран мира, в том числе и Карагандинская академия Министерства внутренних дел имени Пламенбека Бисенова, представляющая Республику Казахстан. Такие мероприятия полезны и нужны, так как мы с вами решаем единую задачу сделать так, чтобы те вопросы, которые становятся перед нами, решались наиболее эффективно и результативно в рамках обучения и подготовки сотрудников полиции с использованием существующих методов научных исследований на современном уровне. Международная ассоциация полицейских Академии Интерпа была образована в июле 2011 года. Главной целью собравшихся стало решение организационных вопросов по проведению очередной международной конференции, являющейся коммуникационной платформой для сотрудничества между полицейскими учебными заведениями. Подобные конференции необходимы, ведь мы обсуждаем множество проблемных вопросов. Например, в 2015 году была конференция в Судане, где мы обсудили тему, связанную с торговлей людьми. Хочу сказать спасибо Карагандинской академии МВД за организацию 11-го заседания. Могу отметить, что все проходит на высшем уровне. Два дня подряд мы будем обсуждать вопросы, касающиеся 6-й конференции Интерпа в 2017 году, где будут затронуты вопросы борьбы с преступностью и методы устранения ее на международной арене. Заседание Международной ассоциации полицейских академий пройдет в течение 2 дней. Кроме того, гости обсудят вопросы обмена передовым опытом, проведения научных и академических исследований в области охраны правопорядка, а также образование и обучение полицейских. Асир Сазымбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Горно-спасательные отделения готовы к работе в самых сложных условиях. Такое заявление по итогам учений сделали в Карагандинском филиале аварийно-спасательной службы. 28 сентября масштабные практические занятия провели на шахте «Абайская». 28 сентября в 6 часов 45 минут произошел взрыв в монтажной камере шахты «Абайская». В шахте на момент аварии находилось 90 человек, из них 11 непосредственно на аварийном участке. Оперативно на место прибыли спасательные бригады. При взрыве пострадали 12 человек. Всем им оперативно оказана первая доврачебная помощь. Значит, всего в шахте находилось 90 человек. На аварийном участке порядка 12 человек. Значит, 5 человек в забое вентиляционного штрека 341К10Ю. К счастью, это не настоящая авария. На шахте Абайская угольного департамента ArcelorMittal Темиртау провели практические занятия подразделения Карагандинского филиала профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Главная цель учения – отработка командным составом навыков по организации и руководству горно-спасательными работами при ликвидации аварийных ситуаций. Основная цель была – это ликвидация аварии, в которой включала себя первая задача – это спасение людей, оказание им помощи в местах их обнаружения и транспортировка их к стволу на свежую струю, вот, и, соответственно, тушение возможных очагов пожара и, соответственно, восстановление проветривания на аварийном участке. В практических занятиях приняли участие 12 горно-спасательных отделений, всего около 90 человек. Подобные масштабные учения проводятся один раз в год на одной из каргандинских шахт. Организаторы учений заявили, что все участники успешно справились с поставленной задачей. Со всеми поставленными задачами все подразделения справились, показали хорошую выучку и хорошую физическую подготовку. Вот, значит, проведение данных мероприятий позволяет определять мероприятия по дальнейшей подготовке личного состава и совершенствованию уровня оперативно-технической готовности.
Карагандинские угольные шахты давно признаны метаноопасными, и потому наличие профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы не роскошь, а насущная необходимость. На этой же шахте Абайская 11 января 2008 года произошла крупная авария. В результате взрыва метана погибли 30 горняков, причем 23 из них навсегда остались в лаве. Спасатели признали, что поднять их на поверхность не представляется возможным. Организаторы учения заявляют, что и в реальных условиях спасатели будут действовать столь же уверенно и оперативно, что и на практических занятиях. Андрей Тен, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Три педагога Карагандинской области удостоены звания «Лучший учитель года». В Астане им вручили ведомственную медаль Министерства образования и денежную премию. Один из победителей республиканского конкурса – учитель английского языка Карагандинской школы «Дары». Урок английского языка ведет Радик Гафурович Шайхуддинов, опытный педагог, любимец учеников. Учительской деятельностью занимается уже 20 лет. В школе-интернате Дарын трудится на протяжении 2 лет. По словам школьников, уроки Радика Гафуровича отличаются нестандартными подходами к обучению. На уроках Радика Гафуровича очень интересно. Мы выполняем большой объем работы, причем эта работа разнообразная. То есть мы выполняем аудирование, поем песни, читаем тексты. В наших уроках сочетаются различные виды работы. Мы и слушаем, и пишем, выполняем какие-то творческие задания. 26 сентября в Астане прошло вручение званий «Лучший педагог 2016». В столице собрались 24 учителя школ и 24 преподавателя колледжа из разных регионов страны. Высокого звания удостоен и Радик Шайхуддинов. Ему вручили медали, памятную статуэтку и сертификат на 2 миллиона тенге. Эта награда – результат большого республиканского конкурса. Компетентное жюри выбирало лучших учителей Казахстана. От нашего региона высокого звания удостоены 3 педагога. От нашей области участвовали, явились победителями 3 человека. Это учитель школы Дарын, казахско-турецкий лицей и мастер производственного обучения из Темиртау. До этого я участвовал в конкурсе авторских программ по республике, занял первое место. А сейчас, впервые я принял участие в конкурсе республиканском «Уздык-педагог». Эта награда не только признание высокого педагогического мастерства, но и стимул для дальнейшего совершенствования. Награды финалистам конкурса «Лучший учитель-2016» вручила Дарига Назарбаева, председатель комитета по международным отношениям Сената парламента. Ранее она курировала в правительстве вопросы образования. Дарига Назарбаева от души поздравила казахстанских учителей с наступающим профессиональным праздником – Днем Учителя. Андрей Тенжек, Слык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Мансаул Олдекстер.